Как говорит Катя, эть. Кать, сколько тебя можно ждать? Ты несешь стекло или нет? Сколько тебе штук-то надо? Жарится у меня тут все. Много, стака 2 или 3 надо, чтобы хватило на длинный такой большой. Длинный и большой? Длинный, ну поняла. Длинный и большой, чтоб столб. Сейчас все будет, дожариться прибегу. Я уже рядом. Эть, здорово. Слушай, ты кикимора, зачем ты себе башку скелет это нацепила? У меня сегодня праздник. Какой праздник у тебя? Давай стекло. Давай, бросай его сюда. Я тебе потом расскажу, что за праздник. Так может ты это самое подписчикам-то объяснишь, что мы делаем-то вообще? А-а-а, точно, вам же еще объяснить надо, что мы делаем. Сейчас, секунду, да, я поставлю сюда песок, душ. Вот это я сюда поставлю. И 2 таблички, чтобы потом вода не вытекала вот так. Кать, нам с тобой еще надо будет за водорослями сгонять. А если быть точнее, за ламинарией. Вот. Я уже иду за ламинарией. Не надо идти, пошли сначала, я объясню подписчикам, что надо делать. Возвращайся обратно. Я просто хотела помочь. Вот эта молодая, страшная в данный момент девушка очень сильно любит летать, и все мы прекрасно это знаем, то что она каждую серию мне достает со своими крыльями, чтобы я их отремонтировал, как только они у нее начнут ломаться. Я уже, кстати, сама их отремонтировала и потратила 5 уровней на это. В очередной раз, в очередной серии она мне просто высосала все мозги и просто достала тем, то, что ей здесь не хватает посадочной площадки для полетов на крыльях. То есть она говорит, то, что самая высокая точка в нашем городе, это вот там вот тот золотой сральник, и максимум, что она делает, это прыгает с него. Поэтому она меня заставила в этой серии построить и для меня, и для себя, и для нее огромный водоподъемный лифт просто в небо. Чтобы как только мы в него заходили, нас просто подкидывало бы примерно 100 блоков вверх, и мы вот с той высоты долетали в любую точку земного шара. Ну не чудесно ли? Ну, это же век технологий, инженерии, все такое. Мы должны с тобой развиваться. Ты говоришь это человеку, который прямо сейчас стоит на пузе черепахи. Кстати, мне кажется, они там уже просто приросли к этой лодке и никогда больше не выйдут оттуда. Наша задача на эту серию в первую очередь набрать немножко водички, во вторую очередь нам с тобой нужно добыть очень много ламинарий. Поэтому спускайся сюда, я ее где-то видел, а так вот она. Не водоросли, вот это водоросли, не водоросли. Что водоросли? Вот это, что под тобой, вот это водоросли, это не ламинария, понимаешь? Это ламинария. Это водоросли, это не ламинария. Вот это ламинария. Это обычные водоросли, Катя, ламинария вот это. Вот она, вот сразу заметно. Покажи мне, пожалуйста. Вот это ламинария. Вот это ламинария, короче, бамбук. Это не бамбук, это ламинария. Короче, давай я ее рублю, а ты поднимайся наверх и поднимай. Ядрёна кочерыжка, только посмотри, сколько там всего. Сколько штук-то надо? Я не знаю, сколько штук надо, но мы заберем практически все. А ты знала то, что ламинарию еще жарить можно? Да, по-моему, из нее печенюшки делают. Нет? Ты что-то очень сильно перепутала. А что из нее делают? Просто едят. Из ламинарии можно потом будет сделать блоки. Подписчики говорят уже давным-давно, чтобы мы сделали вот эти блоки. Ну зачем? Они просто черные, они даже некрасивые. На кой черт вообще? Ну в смысле на кой черт нам черные блоки? Ну раз подписчики пишут, говорят об этом, значит нам нужно это сделать. Если бы не они, мы бы вообще здесь нифига не сделали. Одна просьба, сними, пожалуйста, маску, ты очень страшная, мне даже на тебя смотреть сегодня не хочется. Пожалуйста. Вот, совсем другое дело. А сейчас давай поплыла за мной, мне кажется... Сколько у тебя ламинарий, скажи, пожалуйста. Так, подожди, 1, 2, 3, 4 стака. Ну, у меня 2,5, этого достаточно, чтобы выстроить огромнейший водяной лифт. А вот потом это все мы пережарим и, наверное, что-то допостроим из этих ламинатных блоков. О, ламинат построим. Когда высота будет нормальная, скажи, чтобы я заканчивал, хорошо?
Хорошо, но это будет не скоро. Давай еще выше. Вот как звезды увидишь, там как Юпитер будет уже на пути, вот тогда и заканчивай. Кать, ну давай тоже не 300 блоков в высоту, хорошо? Мне кажется, то, что примерно блоков 50-60 нам хватит. Вот если будет хотя бы немножко выше, чем наш сральник, тогда уже все нормально. Ага. Да, да, это должна быть самая высокая точка в нашей деревне. Да, да, да. Чтобы мы, как я уже сказала, вот по этому водяному лифту забирались на самый верх и взлетали, и я не знаю докуда. Чтобы до деревни долетали только с одного лифта. Вот, да, верно. Давай еще, давай, еще. Ну, у меня еще есть примерно стак стекла. Надеюсь, то, что его хватит на твои желания потайные. Ты в крыльях хоть, а то будешь грохаться, чтобы тебя не разбить. В крыльях. Все, стекло у меня закончилось. Если там ты еще поставила что-то, можешь принести. Ща посмотрим, но вроде нет. Давай иди смотри. Мне кажется, еще немножко можно выстроить вверх. Ща. Так, ну тут как раз еще два стака дожарилось. Неси. Давай неси, еще выше сделаем. Ой, ну мне уже будет страшно взлетать по такому лифту, ну. Тебе будет страшно сейчас мне сюда стекло доставлять, я же спускаться не буду. Фейерверки в зубы взяла и подлетела сюда. Давай. Нет, мистер Крипер, он сейчас взорвет все нафиг весь лифт. Мистер Крипер, сейчас я с ним разберусь один на один и подойду. А то всему, всей конструкции хана просто. Один раз ударила, отбежала. Еще. Ударила, отбежала. Я убила мистера Крипера. Молодец. Слушай, так я же могу по-другому сделать. Я же могу тебе уже лифт построить. Кать, поднимайся. Не надо никакие фейерверки. По воде. Давай. Привет. Стекло на бочку и проваливайте отсюда. Ща. Вылези, стекло. Да подожди ты, стекло. Да куда ты? Стекло, дай. Стекло. Выбрасывай, давай! За куда ты вниз выбросила, Катя? Ты попусяка! Ты не ловишь? В смысле не ловлю? А зачем ты через меня его выбрасываешь-то, а? Ты где? А как? Спускаюсь. Давай! Здравствуйте, вот. Стекло, все, спасибо большое, все, молодец, я пошел обратно, давай. Юный строитель, блин, давай уже быстрее, пожалуйста. Слишком медленный лифт, как только я туда снизу поставлю песок, душ, обогундяешься от того, насколько он быстрый. Все, давай, дальше продолжаю, два стака стекла, мне кажется, сейчас куда-то в небеса да мы улетим. Блин, может реально уже хватит? Сейчас, нет, ты сказала, когда я дойду до звезд. Вот дойду до звезд, тогда и закончу. Во, заодно мне одну звездочку с неба, пожалуйста, сними. Меня тут бьют. Так, ты пока строишь, я тут займусь поиском испытателей, летчиков-испытателей. Давай. Желающих найду. Кать, на самом деле мне уже очень страшно смотреть вниз. Посмотри на меня, посмотри на самый верх, Кать. Ой. Нифига себе, так оттуда просто можно реально в космос долететь. Вот, мне кажется, то, что уже, в принципе, можно заканчивать. Да, вот это строительство, вот здесь, наверное, будет нормально, поэтому я выливаю воду. Она спускается туда, на самый низ. Я прыгаю сюда, Кикатев, нафигу. Вот так, здорово. Я вижу, у тебя здесь неплохая компания, да? Слушай, они меня заколебали уже. Я сейчас голем на вас натравлю и все. А вот сейчас, Кать, самое ключевое. До самого верха нам с тобой нужно застроить это все ламинарий. Для того, чтобы потом... Господи, как это сложно сказать? Короче, инженерия, тебе это не понять, понимаешь? Нет. Ты же сказал, что мне это не понять. Вот, короче, чтобы пузырьки проходили через все блоки воды, нужно все это застроить ламинарий. Поэтому я, Катя, поплыл на самый верх. А тебе хватит ламинашки? Хватит и ламинашки, и ламинарий, и все, мне хватит. Ты там иди ищи жертвы для нашего испытания, потому что я не буду рисковать первым отправляться по нашему лифту, а вдруг он не работает. Так я тоже не собираюсь первой туда идти. Думала, да. Ты поедешь. Я первой не буду. Все, Кать, ламинашку я выстроил. Сейчас еще раз спускаюсь. Опа! Вот так. Иди сюда. Подойди. Смотри. Сейчас ломаем вот этот нижний блок. Вот так. Ломаем. Ой. Вся ламинашка падает, а вместо вот этого блока я ставлю песок душ. И у нас получается полностью рабочий лифт. О, пузырьки пошли, поехали только, Кать. Я тебе уже сказал то, что я не буду первым, кто будет испытывать вот этот лифт. Нам нужен испытуемый. У тебя есть на примере, кто это может быть? Хм,
Ща, надо подумать. Придумала, я знаю, кто. Пошли со мной. Давай. Давай, веди сюда. Давай. И чё, кого ты хочешь? Его. Золотого Игоря! Да... Да? Фиг тебе! Золотой Игорь не полетит ни в какой космос. Он не слишком важен для того, чтобы отпускать его на орбиту. Он нам не нужен. Пойдем. Игорюшечка, я тебе... Его здесь нет. И... Конечно, его здесь нет, потому что ты его убила до начала этой серии, да? Ты чё такое говоришь? Я не убивала твоего Игоря, ты чё? Ага, пожалуйста, месье вот этот монтажер, ну, в смысле я, можете вставить, пожалуйста, фрагмент с предыдущего ролика? Ай, ладно, пофиг на тебя, зомбарь в золотой одежде. Я его в следующей серии, пока ты не видишь, в детдом сдам. Это не считается! Я сама тебя привела, чтобы мы его пустили в лифт! Я не знала, что его здесь нет! В смысле не считается? Вы же сами сейчас все видели. Она в предыдущей серии обещала то, что закукарачит моего золотого Игоря. Я сразу почувствовал то, что он тебе не понравился, потому что ты сама сказала, что он тебе не понравился, да? Слушай, я не убивала твоего Игоря, мне на него было абсолютно все равно. Да, 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 хорошо. Ты хорошо не убивала ты моего Игоря, только пеняй на себя, если в следующей серии чур Милка куда-то исчезнет, это буду не я виноват, это кто-то другой будет виноват. Ага, я потом Чебурака кокну. А я потом кокну, тебя кокну, вот и все. А я тебя кокну. А как ты меня кокнешь, если я тебя изначально кокну? Все, ты будешь испытуемой, давай залезай. Не, давай зомбаря найдем какого-нибудь, или там мистер Крипер. Как тебе мистера Крипера или зомбаря посередине дня найду? Ладно, давай в лес, если найдешь мистера Крипера, хотя не мистера Крипера, давай все же лучше зомбаря, давай. Тогда надо ночь ждать. Ну, или давай, можем курицу запустить. Или давай... Курицу! Давай корову тогда. Давай, иди сюда. Давай уже кого-нибудь берем и запускаем. Хорошо. Мы сначала попробуем, все ли работает, а потом будем друг друга запускать. Пошли. Последний штришочек перед запуском. Сейчас. Ну, ладно. Я хотела написать Эдисон и Катя, а получилось Эдисон и К. Компания по производству лифтов ООО Эдисон и К. Типа, знаешь, как ИКО, и типа компания Эдисон и К. Только тут Катя. Расщепляйте заслонки, запускайте реактивные двигатели и надливайте масло в канистру. У нас корова отправляется на дальний Марс. Идите сюда, заходите внутрь. Не-не-не-не, как ее еще туда засандалить? У меня такой хороший вопрос. Сюда, сюда. Кать, давай ты ее будешь толкать, потому что она как-то давай, не хочет. Давай. Сюда, 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 в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, коровятинка. Вот сюда, давай толкай, 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 толкай. О, полетел, отпускай! Давай в космос! Нифига! Он очень быстрый и быстрый... Ой, корова, корова, сейчас прям в неё... Я в корову! Ты корову толкнул! В смысле? Так у тебя же крылья надеты, тебе надо было их распорхнуть, чтобы полететь, Кать! Да я не ожидал, в смысле, я вообще летела в коровье вымя и все, я испугалась! Давай еще раз заходи! Только я крыль... не пойду в этот давай. Лифт! Пойдешь, только крылья распахивай, когда будешь наверху, давай! А корова там осталась? Нет, корова так же умерла, как и ты, давай! Так, летим, крылья, как распахнуть их, я даже не знаю! Два раза до пробел, когда будешь там, давай! А, все! Все нормально! Прыгай! Полетело! Нет, на самом деле лифт работает. Вот я вам сейчас покажу, как он работает. А, так подожди, там же можно фейерверками вроде. Сейчас. Полетели, он на самом деле очень даже скоростной. Вот. Ты опять разбилась, да? Нет.
У нас что-то вообще не по плану идет. Сейчас покажу без фейерверков. Натягиваем тризубец и па! Взлетели еще выше вот сейчас. Возможно, не, хотя на самом деле до деревни я вряд ли смогу долететь, но я постараюсь сейчас как можно дальше это сделать. Ну вот, с помощью этого лифта уже можно на соседний материк вот сюда долететь. Кать, на самом деле почти 75% всей дороги, которая требуется для того, чтобы доехать до деревни, я запросто пролетаю. Я сейчас просто офигела с тебя. Ты взлетел и за секунду скрылся из поля зрения моего. Я даже сейчас не знаю, где ты. Вот деревня вот там находится, где заканчиваются вот эти рельсы, вот там деревня находится. Неплохо я так долетел, неплохо. Я считаю, что это самое успешное твое... изобретение. Да, оно самое. Оно самое. А вот сейчас половину ламинарии вот сюда и половину ламинарии сюда. Кать, ламинарию надо в печку засовывать, а не возле нее выбрасывать. Только она ж так вообще тогда сгорит нафиг. Когда она пережаривается, у нас получается сушеная ламинария. А ну на, Катюха, покувкай. Че? Она кушается прям нереально быстро, но она восстанавливает всего лишь по полу вот этих голода. Неплохо, слушай, неплохо. И сейчас давай я еще попробую, как с нее скрафтить блок. Там вроде... А, вот, смотри. Блок сушеный ламинарий. Пойдем, я тебе покажу, как он выглядит. Ого. Это как вот это вот, знаешь, водоросли нори для суш. Это реально выглядит как водоросли. Но просто скажи мне, на кой черт они нам нужны? Что мы из них будем делать? Не знаю. Просто так, мы не знаю, попугаем давай поставим здесь. Пусть жрут. Ну, учитывая то, что мы читаем все комментарии подписчиков. Да, читаем. То, чтобы мы сделали блок ламинарии, то, чтобы мы ее пожарили, сказали как раз таки нам вы. Вот, мы это сделали, как я уже сказал, не знаю зачем, она в принципе бесполезная, зато вот пускай она там стоит возле попугаев, вот. А мы пойдем дальше кататься в нашем бесконечном лифте. Пойдем, тем более я еще ни разу нормально так и не взлетела с него. Катя, пройдемте за мной, встречаемся там наверху! Только не толкайся, только не толкайся! Подожди, 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 куда ты полетела? Подожди! Я сказал, подожди! Да я не умею еще этим пользоваться, ёбарусы! Зафейерверчила себя до смерти просто, ладно? Полечу, значит, сам. Удачи в космосе! Ha ha ha!